какой праздник, ты знаешь сегодня? Да. Какой? Сегодня 9 мая, День Победы. А что за победа? В какой войне? В самой Великой Отечественной войне. Что в своей жизни означает День Победы, 9 мая? В моей жизни означает то, что я вспоминаю своего деда, который погиб под Курской. В честь него меня назвали Дмитрием. Поэтому этот день для меня очень важен. Дед погиб молодым, он моложе, чем я сейчас. Я вспоминаю свою бабушку, которая осталась одна, взрастила 4 детей. Дед один лежит под Сталинградом. У меня бабушка работала в войну. Да, у мамы отец погиб под Ленинградом. А у нас папа воевал, но его нет в живых. Дядя погиб в самом начале войны. Отец работал, по спецзаданиям взрывали аэродромы за чертой фронта, а потом их строили, когда фронт уходил. Второй дядька, воевал в самолетных войсках, был полковником. А кто победил в этой войне? Прадедушка! Да, у меня прабабушка, прадедушка в Москве участвовали, были тружениками тыла, а дедушка участвовал в военных действиях. Будут отмечать 9 мая, когда уйдут от нас все уже солдаты Великой Отечественной? Мне кажется, будут. Будут. Это праздник до слез. Хороший праздник, хороший. Будут его отмечать новое поколение россиян? Конечно, будут. Обязательно будут. Когда последний солдат этой войны уйдет от нас, будут отмечать этот День Победы в России? Я думаю, что будет постоянно отмечаться, независимо от чего. Мы будем отмечать этот день? Обязаны. Вырастите вы, ваши дети, они будут знать об этой войне, будут отмечать День Победы? Конечно, а как? Обязательно. Такое нельзя забыть. То, что было... Должно всегда вызывать надо. Мы им должны быть благодарны за то, что они нам дали жизнь, можно сказать. Если бы они, нас бы... не было. Мы им должны быть благодарны всегда. Сегодня какой праздник? День Победы. Ты знаешь, что за победа? Да, победа российских войск над фашистской Германией. Забуду я годы минувших боев, названия пройденных рек и лесов, отбитые нами в боях города. Но я не забуду друзей никогда. Пусть время проходит, пусть годы летят, друзей фронтовых не забудет солдат. Нет, 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 не забудет солдат. Нет, 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 не забудет солдат.